if you would like to ride a faster vehicle. Здорово, брат! Привет, привет! Привет! Привет. Ну вот, 5 часов удовольствия прекрасного, и мы в Лос-Анджелесе, наконец-то. Давид орал, короче, всю дорогу. Орал, скакал по всему самолету. Весь самолет знает, да, Давид? И под конец перед посадкой за 30 минут уснул. Прикинь. Так что так. Так, ну что, мы приехали на одну из точек. Дамирчик тут привез, он уже местный житель. Приехали в Голливуд. Знаменитые надписи. Сейчас вот купим здесь кукурузные палочки. Вон там, палатки вон там. Там реально кукурузные палочки продают. И пойдем в гору. А, это вон там, да? А то есть туда не пойдем, да? Так нет, зачем? Ну сейчас я покажу то, ради чего все сюда приезжают. А, кстати, отсюда не видно, надо оттуда. Вон она, знаменитая надпись. Вот такие вот голливудские горы. Смотри, сколько туристов здесь. Все снимают эту знаменитую надпись. Здесь стоят такие палатки. Так, ну что, всем привет. И вот мы приехали на ферму, где выращивают устрицы. А здесь, видимо, как раз их выращивают, да? Вот история. Такая бухта. И здесь у нас устрицы. Это на ферму, да? Да, да, да. Там сетки. Там стоят сетки, и они на них. Это у нас сколько пеликанов? В Казани как не ездил на эти, на ферму также куда-нибудь сельскохозяйство, типа здесь выращивают это. Без ковыряшки, да. Так, вот так вот мы приехали просто в парк, купили устриц. И вдвоем с Дамиром открываем сейчас. Наше нелегкое время, наше нелегкое. Да, и уже тошнит, и так хочется обратно. Я даже не знаю. Не, ну там вроде хорошая программа. Ну что, вот первый день, наконец-то мы собрались, наши банды все. Да, идем. Выезжаем в Секвойя парк. Очень классно так. В Лос-Анджелесе погодка очень похожа на российскую. Я сейчас ноги испачкаю, мы там, конечно. Ну ладно, можно парочку подобрать.
Вот по пути к Секвой мы проезжаем такие поля апельсинов. Представляете, они вообще бескрайние просто. Вау, как красиво. Улитки? Да, они, оказывается, апельсины едят. Ну-ка. Целые. А, это виноградная улитка, да. А, да? Прикольно. Вау, как красиво. Вообще обалденные такие места. Америка, конечно, поражает своей красотой. Ну, я думаю, за один апельсинчик нас никто не ругает. Да, у них, видимо, сейчас это сезон, да, то есть сбор? Да, а я думаю, что да, уже они... Смотри, сколько их валяется. Ну, на безлет. If you would like to buy the pass with me, it is good for the next 7 days, including today. So hopefully the road will be clear either later today, or best case by tomorrow morning. Okay. Are there any... How? Да. Индейцы нарисовали 500 грамм кровью белого человека. Не приезжай. Возвращайся туда, откуда ты приехал. Да. А что нарисовано, смотри, какой-то. К сожалению, к Секвойе мы проехать не можем сегодня, там снежный занос. Но пока пошли прогуляться по таким красивейшим местам. Вот так вот с сыном я гуляю, как с собачкой. Да, Дэвид? Зато безопасно. Давай, вперед. 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 Ну что, наверное, помните, это тот Кирилл, который был у меня в гостях в Майами. Мы охотились на лобстеров. Ну и пришло время, я приехал к нему в Лос-Анджелес, и теперь он мне показывает местную красоту. Ныряем в Тихом океане. Температура воды 14 градусов, а на мне костюм семерка 7 миллиметров. В этом месте можно... только смотреть, охотиться нельзя, охота запрещена. Ну, естественно, мы вооружились камерой и пошли изучать местные красоты. Океан совсем другой, не такой, как Атлантика, такой, как в Майами, как мы привыкли видеть. Вода холодная, краски совсем другие, но тоже очень все завораживает. Безумный океан, безумно красиво. Но в то же время достаточно страшно. На дне вот мы встречаем очень много мелкой рыбы, встречаем шипхеда. В костюме семерки нужно больше грузиться, чтобы быть на дне. Ну и очень нужна высокая концентрация во время нырков в холодную воду. Вот на дне я здесь встретил интересную акулу, очень ядовитую. Видите, у меня шипы торчат сверху. Очень опасно. Когда находишься на дне,
этого океана, масса океана просто тебя берет и носит в разные стороны. С огромнейшей силой, и ты понимаешь, что Тихий океан, он, конечно, сильный. Его холодные течения дают о себе знать. Но на дне кипит жизнь, очень много мелкой рыбы. Наверное, потому что эти места, скорее всего, заповедные, я так думаю, и там не побывали охотники. Рыба присутствует. Ну, конечно же, мы далеко не отплывали от берега, потому что в этих местах очень много акул, очень много касаток. И встречи с ними могут закончиться не очень хорошо, и мы переживаем свою жизнь, и так что вот мы плаваем возле камней. Вот встречаем такие стаи бакланов, вот пролетают здесь разные птицы. А в воде очень много травы, и иногда ноги даже путаются, и чуть-чуть становится страшновато, потому что вода мутная, ноги запутались, и думаешь, что происходит, надо быстрее выходить, и все-таки организм сильно стрессует. Но потом берешь себя в руки и понимаешь, что все в порядке. Видите, в таком холодном океане и такие цвета. Очень интересно. Если честно, я даже не изучал, какую рыбу можно добывать в этом месте. Но мы решили просто понаблюдать и параллельно еще искали лобстеров. Тоже для того, чтобы просто посмотреть. Там они крупные, там их поведение немножко другое. Все было ради того, чтобы только вам показать, чтобы вы видели эту красоту. И для меня, ребят, очень важно, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, какие-то, у кого есть вопросы, буду все рассказывать, подсказывать. Чем больше вы будете задавать мне вопросов, это больше меня мотивирует для того, чтобы снимать новые видео, путешествовать, ездить по новым местам Америки. Видите, как течение все носит в разные стороны, очень много этой травы. Хотя костюм у меня был 7 мм, но все же вода попадала, потому что у меня был шлем отдельно от гидрокостюма. И костюм я не смог найти для подводной охоты, и купил этот костюм для серфинга. И он был с закрытой порой, и я достаточно сильно подмерз. Плавали мы примерно около 2 часов, и этого времени хватило мне замерзнуть. Перчатки у меня были, естественно, мои... майамские, для нашей теплой воды. Я об этом не подумал, и носки то же самое. С собой я взял только трубку, взял пояс, груза купил на месте, костюм купил на месте, ну и ласты, соответственно, тоже. Вот смотрите, такие красивые лобстеры, очень красивые и крупные, но они не так сильно сопротивляются, как у нас наши лангустины. Вот берем, снимаем и сразу отпускаем. Короля лобстеров. Никому не тревожит. Отличное приключение в Тихом океане.